Представься. Визави, а.к.а. Хамелеон. Хамелеон. Чё, кто твой противник? Диван, мой противник. Дэн Ван, ну не путай. Ну что ты таких личностей путаешь, ладно тебе? Да, да, давай, чё там? Ладно, чё, сделаем жарко, Серёг? Сделаем жарко, да, я обещаю, да. Нет. Чё там, чё там? Так, ну что ты, рэпом давно занимаешься? Блять, с марта 2013-го. О, это скилл, ребята. Блять, не размахнешься, короче. Ну все, удачи на батле, Серёж. Удачи. Привет, представься. Диван, да, Серёж? Дэн Ван, да, мафак. Что нам покажешь сегодня? Бля, хуй. Хуй покажу вам, короче, и скиллы рэперские, короче. Ну, бля, панчи, все остальное. Это же рэп, пацаны, вы что, забыли, что ли? Кто твой противник? Окей, хамелеон. Он такой, типа, понял, хамелеон цвет меняет, ему хавает, короче. Нормальная тема. Волнуешься? Блять, ну да. Нет. Похуй. Сейчас, короче, Серега пивка жахнет, нормально вообще будет. Готов разъебать? Да нет, да. Не знаю. Разъебу, мэн, ты чё? Ну все, удачи тебе на батле. Это КТЛ Версус, дайте шуму! Я представлю наших студий. Антоха, чувак, смотрящий в бату. Блять, суди все верно. Дать шум! Наш второй судья, Глеб. Спасибо тебе за место. Дайте шуму! Если ты не слышал треки этого парня, то тебя не бросала девка. Баба, дай ему шуму! Я не слышал. Это справа, представьте. Шуму! Это слева. Все думали дубль G? А хуй там, Дэн Уан и здесь не до прикола. Я лучше батл МС Катерина? Ну конечно же после Сереброва, блядь. По результатам же бьёнки начинает. Ну после передоза тоже слева. Дайте шуму! Всем привет! Я в шоке, снова батлы. Ну что за казус? А знаете, кто напротив меня? Не рэпер, не МС, а актер из Бразерс. Но этого аутиста не сразу взяли в актеры. Но он же талантлив, бесспорно. Его актерское мастерство оценили, блядь, только в гей-порно. Ей-богу, я пришел сюда не рвать его, а стать лучше себя самого. Пришел сюда и зачитаю так, что вы обалдеете. Заберу весь твой шум, ребята, пошумите так, как вы это умеете! А ты, придя сюда, ты подписал контракт с сатаной. Я буду жестоко панчить, если станет больно, смотри, не заной. Ты будешь моей шлюхой, а сниму тебя навек. А сниму тебя так профессионально, что на котельниковский человек, нахуй. Знаешь, суки хотят, чтобы я их в постели обидел. Суки хотят, суки, увидев тебя, говорят, ты ебало свое вообще видел? Для тех, кто пробовал любовь, просто секс не устраивает. Вот такая на его ВК страница цитата. Типа, кто разлюбил, ему секса не надо? Ебать ты плаксивая баба, из-за тёлки начинаешь глаза мочить. Если после любви секса не надо, тогда запрись в туалете, чтобы там подрочить, нахуй. И подобные хуйни у него в тексте, блять, на странице навалом. За такое нытьё хочет пустить по асфальту, ебалом, нахуй. Мэн, ты лезешь в рэп и сам собой восхищаешься. Приходишь сюда, читаешь хуйню, об этом абсолютно не паришься. Будешь пробовать меня уничтожить? Ты труп. Будешь пробовать навязывать стиль? Ты глуп. По сравнению со мной в рэпе ты нуб. Лезешь на вершину, тут у тебя столкну. Так, надо шуму, короче. Этот тип живет под лозунгом, если есть челочка, значит будет телочка, блядь. Но по факту ты должен жить под лозунгом, если в личной жизни глухо, не парься, под рукой всегда есть шлюха. И в этом батле немало еще будет сказано, немало рэперов по стенкам размазано, а пока пусть попищит этот даун под максимальный шум, я закончу свой первый раунд! Блять, ну это было охуенно. МС справа, первый раунд. Поехали, дать шум, пацану. Я помню, как ты страдал и плакал, тебя послал нахуй ресторатор. Тебе, блядь, с детства надо пролезть, пропадал пиздец, новатор, но мне хуй батлить, больняет таланта. Слушай, брат, ты рэп-аналист.
Я когда сейчас трахну тебя своим рэпом, набись. Я знаю, только на тебя судить, перебись. Че, на наушники дебилы? Музыку слушаю. Че там было? Ты рэп-аналист. Я только начал свой текст, берегись, твоя жопа горит, ведь ты рэп-аналист. Сложно, сложно. Я забыл весь. Что там было? Дайте шум, пока спали. Рэп-аналист. Слушай, ты же все батлы, мужчины. Еще посылаешь за хуйню, это странный инстинкт, это странно прости. Даже не знаешь, что означает эти буквы, дебил. Смотрите, на это упали, вот эти руки шуками очень будут ночами дрочить. Но Лешу Панину, глаза куда не паника, если в прошлый раз пару тебе тут бочварика. По идее, шуму здесь надо, короче, дать, но ну его нахуй. Пацаны давно уже жмут на виски, идешь по левому пути и все путаешь скил. Я помню, всю хуйню хотел донести, что ты хотел донести, да за хуйню пояснили, за лоб полезни. В этом жанре было много отродий, закосов, подокси и прочих пародий. Ты идиот, здесь не остался сторонним, такая же Люсика, как Костя Воронин. Таня, тебе нужно купить обратный билет, не так ебашь влагалище на реп. Тебе не кажется странным теперь, что твои нытьё тут не могут терпеть? Real talk, think about it. Real talk, real talk. Безмозглая шапка идет по тонкому льду. И если кто-то, если стоит ему стать пару к нему или хотя бы тут глаза моргнуть, то он сразу ебашит потоком ко дну. И если ты здесь стоишь на плаву, то лишь в виде говна, ведь дерьмо не может тонуть. Может, мы вместе поможем ему? На колени вставай, шире рот открывай, ведь пару палок ты должен сглотнуть. Воу! Саня, я убиваю его, могу. Может, хватит тебя обманывать, без слов ты не ждал мало ваш, зря не понимал. Толкала тебя жизнь, но не толкала тебя, отталкивала. Ты на банчи брават местами, ты волна с нами, тебе несет до дно, да все одно и то же, что болят у топовых эпси под ногами. Мои панчи, как двери без петель, башкой не соняют, поверьте, тебе остается мечтать о победе, тебе вряд ли поверить, ведь твои слова, как плевок на рассвете, ведь ты их безосудно бросаешь на ветер. Короче... Заканчивай, нахуй, хорош. Короче, ты пидор. Версус, нахуй. Тебе не стрёмно? Мне пиздец, как и ты по-любому выхтел на текстом, ведь все твои планы полетели с треском. Снимаешь. Тебе не стрёмно, мне пиздец, как ведь ты по-любому пыхтел на текстом. Все твои планы полетели с треском. А что впоследствии? Где известность? Таких, как ты, существует толпы, ребят. Куча бабок, кайфа, они тоже хотят. Но их ставят на место, такие, как я. Так что послушай меня. Тебе тут от меня никуда не деться, ведь я цели словом стреляю разумом, а убиваю сердцем. Это раунд? Говори, да, раунд. Раунд, дайте шум, пацану! Так, кто не шумит, нас панчевал, закроют нахуй. МС слева, второй раунд, поехали. Чего же... Дайте шуму! Чего нам ждать? Хайп или хейта? Хуй знает. Все скажут, что сделали круто? Так не бывает, но мы будем делать батлы, пока мы будем этого хотеть. Откройте охоту на организатора, значит суждено мне умереть. А видите, что я слил, а он сделал круто. Спросите, зачем нам вообще эти замуты? Мы ответим коротко. Нам нравится это, нам нравится рэп, ебучий гетто. Убейте всех нас, уничтожьте мечты, но мы жаждем всей этой ебучей рэп-суеты. Так что нахуй ваши плохие комменты, и нахуй его, я пойду дальше и добьюсь своего. Убью на пути, кого только придется, если вырубить меня, туда не очнется нахуй. Мэн, выиграть меня, ты сам в это веришь? Ты своим текстом толпу не согреешь, а твоей тёлке, я знаю, какие ебучие подстилки, ты попросил её тебе помочь, и она встала с бутылки. Да, Серёг, ты безусловно любишь свою тёлку, ты устраняешь любые неполадки. У неё начались эти дни, и Серёжа стирает прокладки на... А однажды его сука нахуярила с водки вслепую, как где-то дура проблевался, он сказал, дорогая, дай поцелую. Ты мне говорил, что типа кровь сосешь из телок. Ну типа пиздец, Дон Жуан. У тебя по этому виду ПМС, но сосешь ты кровь знатно только тогда, когда у твоей суки ПМС.
Серег, за тебя я испытываю испанский стыд, да, я разъебу тебя, но без обид с этого момента твой стиль убит, а для меня в рэп-батл путь открыт. Жестокий панч, уже чешутся кулаки, но брат, оглянись, они все не дураки, не видят настоящий батл МС, так что заряжай свои самые лучшие панчи и с охуенной подачей хуй пососи. Серег, ты вызвал меня? Я пришел на арену, я НЦ с головой, мать, не задену, но если я разъебу тебя, мы найдем тебе замену. А если твоя сука предъявит мне за разъеб, я ее тут же раздену, нахуй. И да. Пусть за это все, за эти батлы, вот эту всю хуйню муть, мы не срубим миллион. Но в этом батле я буду гнойный, ты будешь Оксимирон. И мне похуй, какой ты там в рэпе мастер. Мне похуй, какой ты там в рэпе мастер. Слышишь, нет, я буду Оксимирон, ты будешь ебучий дизастер. Стоп! Я сказал, что кто-то из нас Оксимирон. Нет, в этом батле я Дэн Ван, он ебаный хамелеон. Раунд! Может, вообще нихуёво выебнулся? А? Сейчас нихуёво выебнулся, я потом... 30 своих не забыл. Эмс справа. Второй раунд. И пошли. Дай ему шоу, недавно. Короче, лиричное отступление на случай Нового года, прошедшего. Новый год, снова я в говно. Снова тошнит по утрам, как же заебло. Санта-Клаус, в гости к нам пришел. Даниилу презент, хуёв целый мешок. Это шоу успех, что ли? Мой оппонент не выкупает посыл, ведь за победу судим тебе придется оттянуть 200 банок косых. Мой оппонент выебал продажный, за текстов он будет ныть, что мои тексты полная лажа, якобы в них много воды. Ты он сосуй шлюхами, ебучь слухами, да по сути такой же и для тела скубок-то. Закройте, пожалуйста, ебальничка чуть-чуть, очень шумите. Ты сам не сидишь по сути. И ты снимаешь людей, и на них кидаешь друзей, но это все те же слухи, тебя с этим застукали. Знаешь, так говорят, рэпе стало много отважных ребят. В текстах, на словах, как я-то на деле лишь просто котят. И ты не лучший, ты даже хуже, поверю, ебаный. Жук таких на ужин, что желание хайпа ждут. Ограничиваешь фразы, как жиру пеликан. И ты тут не прав, я прыгал фрегат, засвел себя на ебашу штат. Да там, да правда, как так? Ты думал, ебашу, что ты реальный ебак, но как бы не так? Ты думал, тут мериться письками, пародируя рэпа, выставляться батл-артистами. Но в деле ты выходит реальный мудак, сука. Ты бесполезен, как крылья горгули. Говоришь, что ты рвешься грудью под пули. Ночами ты строчишь свои тексты в ажуре, но ночами ты дрочишь под груди бабули. Я на видосе, короче, пересмотрел, нихуя не понял, что он говорит. Ты будто осенний лист, ты берегись перед тобой, ты двери вышли, не понятся тебе никогда, ведь не до банки, все до рэпа, все это моя высота. Бам! Бади бэк, нахуй! Эй, текст. Это правда, нет тайны, это тексты пухтел знатно, не правда, ёбаный рот, да? Да говори раунд, да. Да возьми его в руки и читай нам. Как правило, нет тайны, значит, ты бы хотел стать, но ректально суть свои тексты, ведь день даун, о чем вся правда ради задания. Я встал на репить, пусть не бомбить всех твоих текстов, а не тех, кто расшит то, что ты считаешь так, будто кто-то зайти тебя страфоном бомбит. Сука. Маленький мальчик что-то заплачет, ну как же иначе? Иди нахуй, дебил. Я здесь аморален, на бэтле и тёлку. Только если ты ранишь за маму и тёлку. Не пара, братан, я ебал бы по факту. Но в батлах есть рамки, я это помню. Эпилог. Ты заработаешь на рэпе достатка. В этом жанре вот лишь пешка для хайпа. В этом жанре я весь без остатка. Так что раз иди в будку обратно, ебаная шапка. Раунда? Раунд, дай шум, парни! Блять. Вот Дэн Ван, третий раунд. Знаете, в эту хуйню давать. Дай шум, пацану! Айоу, третий раунд уже?
Блять, а еще есть много чего сказать. Сколько ты ни говори, ничего не сможешь доказать. Мой талант скрывается, пытаясь его преподнести. Твой талант его для начала нужно приобрести. Будешь говорить, что ты такой пиздатый, крутой? Ты хоть себе это не льсти, дай жестоко панчу. Ну попробуй мне отомсти. Вся твоя жизнь анекдот. А ты тот самый Бобочка. Проезжай мимо шлюхи, ты кричишь: о, моя остановочка, ебать. Крутой типок твой. Крутой типок такой фирменный, майки. Тот бомж, я на батл думал, что будет бесплатная пицца, майки, блядь. Чуть проебался, да? Хамелеон ты, да? Это тот типа, кто хавает мух? Нет, ты хамелеон, тот, кто влюбляется в шлюх. И что это тут у нас? Батлы по фактам? Нахуй надо, батлам по фактам обычно не рады. А знаешь, все, что я скажу, толпой переварится. Я отъебу тебя так жестко в рот, от твоего рта ничего не останется. Это убийство надолго не затянется. Я делаю панч, все шумят, ты сам уничтожаешься. У вас с твоей тёлкой все серьезно. Вы вместе давно. Только ты говоришь, что ты такой пиздатый, она такой типа говно. Конечно, ты настолько пиздатый, что она раздевается, ты дрочишь на свое отражение. Ты подрочил и кончил его? Ух, блядь, серьезные у вас отношения, нахуй. Ну что ты, Серега? Не надо злости, не надо пафосной улыбки. Тёлка попросила тебя ей помочь, теперь Серега встанет с бутылкой. Серега ложится спать, ему там сон снится, где он? Гроза районов, убийца. Но его кто-то во сне там обижал. Ну, уже мужик взял и не убежал. А ну, утро такой: Сереж, Сереж, просыпайся. А что такое? Сереж, Сереж, ты, блядь, опять обосрался. А однажды ты хотел подсмотреть, как твоя сука сыт. Ну, от виденного ты испугался, ты залетаешь на это, она кричит: нет, Сереж, ты не писюн, ты обознался. Видишь, Серег, весь твой рэп ебучая хуйня. Весь твой рэп крутой, но только не для меня. Что ты, убьешь меня? Я не поверю, легко и просто не отдам победу. Твои ритмы мне подать к обеду. Я закончу бал, подать карету. И да, возможно, здесь и сейчас я тебя не добил. Но все и так видят, кто кого победил. Подходим к концу. Я сделал, что мог. Я расчленил тебя, ну минимум оставил без ног. Я достаю и вонзаю тебе в сердце меч. Это был Дэн Ван. До новых встреч, нахуй! Третий раунд. Третий раунд. Дать шум, поехали. Этот придурок мне все больше сыт. Я его дерьмом уже давно по горло сыт. Так что послушай, сын, твоя толпа поднималась уж тогда, когда я клал свой хуй на весы. Я забыл. Ты победил, теперь отвали, убери свой потерянный вид, ты потерянный, помни, что мой флоу оседает в масле, сотен типах оставаясь внутри. Кстати, прости, уничтожил внутренний мир, не кричи, помоги, я лишь просто уйди, убегаю, плыви. Ты так всех заебал, ты дебил, в этот день ты живот не дышишь, хотя постой, ты же лишний, что твой эмоционный, ты можешь пищу создать, все хоть протухшей пищи, ведь твой нарепт в этом теле, проеб, хотя в жопе такой вот здоровый проем, надо что-то менять, может как-то понять, почему тебе рыбашку хозяйств не дает. Скучно, уснем, на ногу давайте. Похуй на раунд и пилот. Я не жду победы на бат. Может, я в этом вопросе без такти. Мне похуй, что сейчас ты сказал. Но мне нужно знать, нет, насколько я бат. Я для этого и создан на бат. Ведь иначе я просто не стал бы раскрывать эту маску. Всем вам. Раунд? Раунд. Дальше! Ну серьезно, братан, не обессудь, но хуйня был твой рэп. Я тебе серьезно говорю, ты вообще понимал, что ты говорил? Ну бля, брат, тут ползал, вообще нихуя ничего не понял. Я тоже пересмотрю, ебать. А ты молчи, стой там, блядь, не рыбайся. Зарплаты останешься. Да-да-да, кстати. Следующий раз просто при подготовке, ребят. Давайте вот просьба к вам, если уж собираетесь, давайте так, чтобы это было на самом деле интересно.
Я не говорю, что это не было интересно, но это было невнятно. Хуёвенько, скажем так, в каком-то даже роде. Мое слово, короче, заденил. Я соглашусь, то, что были прям хорошо, прям чистка была отлично, такая прям пёр. Ну, как-то зубы ты стискиваешь и вообще плохо слышно. Мне больше понравился, как где-то... Дэн Ван, заебали вас. Пора выучить. Я даю голос ему. Дайте штуку, Данил! Это был КТЛ Версус. Третий батл. Победил Дэн Ван. Дайте парню шуму!